главный совет, с чего надо начать? Да, просто делать, просто брать и делать. Вот не надо никогда на завтра. Там тоже вот я, когда работал на заводе, потому что надо и работать, да, там два через два, одна смена, 12 часов ты на ногах стоишь. Вот я работал, собирал BMW новые, семерки, X5, X6, вот, думал, все, вот, по-любому, завтра у меня выходной, завтра я начну, завтра я приезжаю, домой, блин, родителям надо помочь. Ладно, помог родителям. Ну ладно, вечером начну снимать. Вечером надо к девушке ехать вечером. Ё-мо, а что я с ней засниму? Да ничего не засниму. Блин, надо какой-то проект тогда думать. И думаю уже там 2 месяца, 3 месяца проходит. И надо. Никогда ничего не надо. Берешь и делаешь и снимаешь. Люди рискуют не только своими жизнями, но и жизнью других людей. Здесь, на этом участке дороги, разбились 4 мужика год назад насмерть. Это очень страшно. Но вот смотрите, еще один идет в горку, да? Ну нахрена ты это делаешь? Ну просто зачем? Ну идет КамАЗ. Ну тут чуть-чуть до поворота осталось, и все равно начнется пробка. Какой смысл? Сплошные линии, боже мой, в горку. Женщина за рулем Мерседеса. Ну что тут скажешь? И вот смотрите, друзья, проехали несколько десятков километров, да? Вот этот Мерседес, который рискнул жизнью, обогнал меня и КамАЗа, ну, посмотрите, где он сейчас. Намного ли он успел выиграть по минутам своей жизни? Ну, тут женщина, ничего не скажешь. Я считаю, что никогда не рискуйте, даже когда вырастете и получите права, не гоняйте и не рискуйте жизнью. Эти минуты не стоят. Не стоят тех бед, которые могут сотворить вам вашу судьбу.